Здесь мы с вами фактически видим галерею картин, написанной дедушкой нынешнего хозяина. Филипп Штендер, с левой стороны от меня, подал надежды большого художника, учился у художника в Праге, прочили ему карьеру уникальную, а он отказался от карьеры, он рисовал собственно животных своих лошадей. И вот то, что вы видите, это портреты этих самых лошадей, которые были у них в конюшне, которые были производили. Здесь от меня, с правой стороны, проводил много времени после того, как стал церковную карьеру. Его дело была церковь. Он сделал хорошую карьеру. Был управляющим многих монастырей по территории Австрийской империи. Это как раз получается инструмент этого кастера. Он проводил очень много времени, наблюдал подзорную трубу, что делается в лесу. И однажды, представьте себе, смотрит, крошки двигаются. Хватает ружье, оно всегда здесь висело заряжено. Стреляет, никого руку не подстреливает. Охотником у нас. Но он его только ранил, он благополучно выжил, но он с того времени уже перестал стрелять. Видите, он еще такой очень старый, богатый инкрустация. Здесь же у него была возможность записать мысли, которые его... Потому что когда хозяйка хотела одеться, уточка, во-первых, ей нужно быстренько разжечь печку, чтобы хозяйка проснулась в теплую комнату. Конечно, воду горячую приготовила, чтобы она могла умыться. Правда, канализации здесь, хоть и водопровод был, с 19 столетия не было. Не было возможности, и сейчас их нету. Поэтому все согласилось с ледами. Шкаф, хоть и вы видите, здесь ворочные шкафы появились, но они служили большей частью для красоты. В этот шкаф с трудом влезало одно, может быть, два платья, не больше. Вся горячая гардероб наверху, и служанка наверху, несколько веник, как раз хозяйку оденет, чешет, обольги и прочее. Кстати, когда дети сидели здесь, однажды они очень большие, тут совсем не существовали, поэтому всегда молились, молились, молились. Терьяж, который увидела на стол, в голове себе хозяйку причесывали, тут же ее одевали, ценности на нее навешивали домашние, ну, откучевала, естественно, что-то все по-другому. Кровать кажется короткая, на самом деле кровать для гораздо стандартная. Такое впечатление создается от высокого подголовника. Когда дамы носили высокие пудреные парики и прическу делали, прическу такую старались удержать, ну, хотя бы месяца три. Поэтому штору вот эту прическу сделать. За три месяца, представляете, что в волосах заводилось, не только в шину и мыши. И появилось поверье, ляжешь на спину, умрешь. И это правда, потому что когда человек ложится на спину, мышь вылезала. Леса принадлежали богатым людям. Так что браконьерство было весьма небезопасно, питается всем бредом. А дворяне заготовку мяса производили практически разом. Большой охоту устраивались, приезжали гости, им говорили все, что надо, и стреляли себе в полное удовольствие. Только устраивали цепь, на ней заводчики уже нагоняли зверей, которые, конечно, не кожи, это для Европы. Поэтому кожу выставили в коридоре, чтобы все видели. Не в помещении, а и в коридоре. Это на трофейке. Да, трофейке, да.